встречи с детьми-беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, которые теперь учатся в Ленинском округе, прошли в нескольких образовательных учреждениях муниципалитета. Сначала представители администрации и члены партии «Единая Россия» посетили Лопатинскую школу, где пообщались с новыми учениками. И у вас там, на вашей родине, все будет хорошо. Будет мир, и вы сможете вернуться, и все друзья соберутся, и одноклассники, и близкие, взрослые, родственники, все будут вместе. Все обязательно будет хорошо, вы просто в это верьте. Даже для взрослых людей эвакуация из зоны военных действий – это большой стресс, а для детей – тем более. Задача, которую поставило перед собой руководство округа – обеспечить для ребят комфортные условия пребывания и всяческую поддержку. Семьи беженцев постепенно осваиваются на новом месте. У меня мама, ну, гражданка России тоже, ну, у нее нет российского паспорта при себе, но у нее тут живет мама, мы со всей семьей приехали к маминой маме. У нас все хорошо. И я хочу передать привет бабушке, дедушке из моего родного города и моей любимой собаке Пуле. Партия «Единая Россия» подготовила детям подарки в виде наборов школьных принадлежностей, которые обязательно пригодятся в учебе. Встречи также прошли в бутовских школах номер 1 и 2. Мальчики и девочки активно вливаются в новые коллективы и планируют заняться дополнительным спортивным и творческим образованием. А чтобы ребята более тесно познакомились друг с другом, по инициативе «Единой России» для них запланированы совместные мероприятия. Мы организуем вот в ближайшие дни экскурсию и покажем им все достопримечательности нашего города, чтобы они узнали город и полюбили его так, как любим его мы. По всем бытовым вопросам, возникшим у семей беженцев, они могут обращаться в администрацию округа. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.